Папа и мамушка партизаны. И там приехали в Ташкент. Долго вы там жили? До 57. А потом приехали сюда? Да. А муж у вас кто, македонец или русский? Македонец, Одегейской Македонии. Ага. Он жил в Польше. Ой, какая жизнь. Теперь... Истая гражданская война. Хочу увидеть Ташкент. Именно Ташкент? А? А жалко, что Советский Союз же уже распался, как Югославия. Жалко, да. Очень. По подоброй Югославии, когда было цело купно. По доброе за живот. Плюс народ и Македония исти се. То есть православность. А сега више поищи мусульманов. Проблемы целые. Проблемы, да. Без работы, тяжек живот и то это. Сколько вы зарабатываете в месяц? А в месяц дали 50 евро. Сколько? 50 евро дали. 50 евро? Да. Это хватает на жизнь? Да. Отлично. Не верю в капитализм, никогда не верю. Я работаю по 12-13 часов. Ага. За мене остануват 140 евро. Ой, месечно. 100 месечно.